Так, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер и покалеченная Регина. Настолько покалеченная, что даже не знаю, выживет ли она. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще есть. А у нас ничего нету. У нас есть ускоритель, из чего можно сделать-то что-нибудь. Давайте сейчас попробуем смешать. Так, если с дротиком. Нет, мы дротики получим мощные. Так, ладно, дробаш тогда, наверное, дротиками пока зарядим. Так, а насколько они у нас вообще сильные? Усыпляет с первого выстрела, но действует недолго. Б плюс плюс, вот эти вот мощные должны быть. Да, первый выстрел действует долго. Так, ну давайте тогда ими, что ли, зарядим пока. Хотя здесь они почему-то как Б просто отмечаются. Странно. Ну жалко их тратить, если честно. Из них можно ядовитые сделать. Дротики. Так, выходим в эту дверь. Так, тут у нас... А, это мы вышли с вами в коридор, собственно говоря, в котором были изначально. Так. И на обратном пути у нас... А, даже не на обратном, а сейчас нас ждет здесь схватка. Очень коварная. Так. Нам бы полечиться, конечно. Не мешало бы. Вот видите, дротик, он как бы усыпляет сразу. Все, Диник обездвиживается. Но. Но. Так. У нас появился ключик. Вот от этой двери. Бедная Регинка. Надеюсь, что здесь что-то полезное будет лежать. А, снотворное, да? Не, ну тоже вещь классная. Снотворное это... Это смертоносные выстрелы для нас. Но вот... Нам бы до аптечки добраться. Сейчас мы включим генератор еще один. Это нужно Рику. Потом он переберется. Так, вот эта дверь, по-моему, закрыта. Да, с обратной стороны мы ее откроем несколько позже. Так, а вот здесь батарейка нам понадобится. Здесь она заряжается. Да, вынем. Ну, собственно говоря, такая же абсолютно головоломка, как была первая с генератором. Только здесь еще надо будет вставить батарейку. Так, давайте-ка шкафчик отодвинем. Ну, надеюсь, здесь что-то будет съестное. Нет, здесь штепсель. Штепсель. Не хотят нас лечить. Так, ну то же самое. Красный, синий, зеленый, желтый. Так, сначала вставляем батарейку для R. Почему для R? Так, и теперь передвигаем. Три кнопки. Так, красная вначале. Теперь также синюю. Ну, в общем, заключается в том, чтобы как можно больше просто нажать на эту комбинацию. Красный, синий, зеленый, желтый. Опускаем. Опускаем и запускаем. Генератор. Все. Отлично. Запущено. Да. Ну что, у нас появилось электричество? Все работает. Благодаря тебе. Слушай, мне нужно, чтобы ты вернулась. У меня есть к тебе разговор. Так, снова нас зовет к себе Рик. И нам надо до него добраться. Вот таким вот покалеченным.
Там, кстати, рядом будет у нас зеленый еще не открытый ящик, и там можно будет и полечиться. Ну, держите пальчики за нас. Ой, бедняжка, как ей тяжко. Представляете, вся израненная, искусанная. Нужно еще думать о задании, выполнить. Еще и постараться, чтобы тебя не съели в этот момент. В общем. Так, а тут у нас динозавр. Так, слушайте, может быть, все-таки удастся что-нибудь нам сейчас скомбенить. Так, зачем я карту включил? Ускоритель, да, есть. Есть снотворное. Нет, это у нас дротики получаются. Так, а если ускоритель с дротиками, он их только усиливает. Ну да, у нас, ну, как бы пока безвыходная ситуация. Так, B++ даже не с чем. И скомбинировать. Так, два дротика. Здесь у нас сейчас, напоминаю, Диник. Надо его постараться утихомирить. Так, давайте его подождем здесь, потому что здесь камера так хорошо стоит. Видно далеко. Я бы пробежал мимо него, но Регина сейчас очень медленно бегает. И нам, по сути, остался, ну, один удар. Ну, может, два. Мелких каких-то. Давай, 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 парень, иди сюда. Вот, заметил. Так, все, поспи, друг. Но это я дротиками слабыми в него стрелял. Он сейчас, возможно, даже успеет встать. Но нам главное доползти вот до решетки, до этой. И включить ее. Вот так. Таким макаром. Так, вот он уже встал. Я слышу. Так, ну здесь у нас динозавров никогда не бывает. Здесь можно за это не беспокоиться. Так, осталось нам, в принципе, немного. Угу. Нам сейчас выйти в дверь. Там у нас сейвалка. В сейвалке может даже тоже что-нибудь появится вкусное. Посмотрим. Так, вот так делаем. Теперь делаем вот так. Так, скопытился. И проходим. Нам вот сюда надо. Так, дротиков у нас не осталось. Так. Сохраняемся. Вот такими калеками. Так, наиграли мы уже час, даже чуть больше. Ой, не перезарядил дробаш, сам же сказал. Так, нет, здесь пока пусто. Так, заряжаем дротики B++, это мощные дротики. Так, нам надо Control Room. И здесь у нас зеленый ящик, вот мы добрались. Слава богу, сейчас полечимся. Используем штепсель. Да, здесь у нас и медпаки, и оживление. Берем оживление. Сейчас сразу еще один создадим. Ядовитый дротик. Берем медпак. И берем еще лекарство, дабы его усилить. Так, давайте смотреть, что у нас из этого выйдет. В принципе, не знаю, мне вот это нравилось. Тем более сейчас, когда разобрался с этой системой комбинаций. В принципе, интересная система достаточно. Не знаю, может, кому-то она кажется, ну, как бы слишком перемудренной. Но нет, я ее таковой не считаю. Если у вас все нормально с переводом, и вы играете на родном языке, то, в принципе, тут ничего сложного нету разобраться в ней. Так, мы получили целых 3 медпака B++. Отлично, это самый мощный. Так, теперь давайте дротик создадим. Плохо, что целых 3 дротика сейчас, и из них создастся всего один ядовитый.
это. Ну ладно. Ну ладно. В принципе, это тоже неплохо. Так, а еще можно, да, у нас снотворное. С лекарством. Ага, не мешается. А если с ускорителем? Так, получаем дротик. Это, в принципе, затравка для следующего. Вот так вот сделаем. Так. Да. И на его основе будем следующий создавать ядовитый дротик. Так, экипировать. Ладно, давайте пока патронами зарядимся. Так, и полечиться. Забыл. Так, отлично, у нас еще два медпака. Все, Регинка как новенькая. Отлично. Так, это мы пришли к Рику. Что за спешка? Геолог Томми, он видел кого-то на мониторе под землей. Промелькнуло очень быстро, но я уверен, что я что-то видел. Рик, открой заслонку в подземный сектор. Заслонку. Что это? Это сигнал бедствия от одного из членов нашей команды. Скорее всего, это Купер. Да, или может быть Том. Он проник в комплекс, выдав себя за ученого. Можешь запеленговать сигнал? Он исходит снаружи здания. Источник востока от заднего входа, через который мы вошли. Послушай, с этим разберемся позже. Самое главное, выживший в подземелье. Возможно, это доктор. О чем ты говоришь? Он просит у нас помощи, мы не бросаем своих. А что, если это ловушка? Хочешь, чтобы и тебя пришлось спасать? Не беспокойся, и я готов пойти на риск. Не забывай про наше задание. Мы здесь не с детишками нянчимся. Ты работаешь так, я иначе. Ладно, я открыл тебе твое подземелье, Гейл. Так вали туда. Ты делаешь твое дело по-твоему, а я свое по-своему. Этот подонок начинает действовать мне на нервы. Регина, я направляюсь в подземную зону. Так, и здесь еще одно нововведение игры. У нас можно выбрать, видите, путь. Идея Гейла. Ну вот он, видите, такой Гейл. Ну это блондинчик здоровый. Он такой вот принципиальный, с одной стороны, да. Вот задание, задание и все. Даже своих готов бросить ради задания. А Рик, он такой более сердобольный оперативник. И можно выбрать путь. Пойти за Риком, спасти товарища. Либо за Гейлом, доктора Кирка. Но мы будем выбирать... Идеи Рика, в принципе, тут несколько раз по ходу игры будет такой выбор дан. И мы будем идти за Риком. Потому что пути Гейла, они достаточно, ну, более... Ну, кое-где они сложнее. Ну, и вообще, чисто так, по идее, Рик мне ближе. Вот. Ладно, идем за Риком. Ну, и, соответственно, нам нужно пробраться вот в эту комнату. Оттуда был послан сигнал бедствия от Тома, как раз таки того агента, который сюда пробрался, в этот комплекс под видом доктора. Так, сейчас посмотрим. Нам нужно обратно и нужно опять через все эти холлы. В общем, нам нужно сейчас начало игры, по сути, вернуться. Так, здесь у нас опять... Динозавр не резнулся, нет. Так, тут у нас комната сохранения. Сейчас будет достаточно такой промежуток игры довольно напряженный, поэтому давайте сохранимся еще разок. Тем более мы Регинку вылечили. Ну и уже пойдем на задание. Какой вид прекрасный. Ого. Вот это да. Ну ты, парень, блин, нашел где уснуть. Как кот прямо вот. Коты любят, да, у нас выстилаться.
Так, нам нужно в холл. Ну, нам вон туда. Так, газуем. А, он еще спит. Отлично. Я же в него пальнул еще тем дротиком мощным. Кстати, прикольно. То есть при выходе из комнаты игра запоминает. Это я что-то не знал этого. Там было видно, что он с дротиком в плече развалился. Так, коридор офиса. Ну, мы снова, в общем-то, бежим туда, где мы были только что. Так, давайте. Так, хрен с ним. Хотя нет, лучше. Где ты есть? Блин, за углом где-то. Ладно, фиг с ним. Где-то далеко. Промазал, дуралей. Так, вот мы снова на улице, где, собственно, для нас началось все. И теперь у нас тут открылась дверь. Еще одна. Так, сейчас. Ага, вот Рик пошел. И тут сейчас непонятный момент мне будет. Сейчас мы видели, как спокойненько Рик пошел. Но, когда заходим сюда мы, здесь целых два динозавра. И как же ты, интересно, друг мой, здесь прошел. Так, оживление взяли. Не может это не радовать, конечно. И благополучно улизнули от них. Потому что убивать их — это кошмар. Даже дротики на них не хочется тратить. Так, ага, здесь у нас новый тип врагов появляется. Это у нас птеродактили или птеранодоны. Как-то так они называются. Ой, черт. И сразу же... Чё ж ты так смотрела, Регина? Ждала, что... Я не знаю. Ай-я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 й. Фух. Есть. Вырвались из их лап. Так, теперь надо взять снова наш дробаш. Так, берем его. РЖ-патроны, да. Так, и желательно... Ай-яй-яй. Нам вот сюда надо. Комната управления грузового лифта. Так, и вот оно. Они словно появились из ниоткуда. Не было шансов. Том, можешь рассказать, что здесь происходит? Кирк спятил. Его эксперименты никак не связаны с исследованиями энергии. Том! Вот, возьмите. Он тяжело ранен. Нужно немедленно уйти в безопасное место. Так, и Том нам дал очередной диск DDK. Диск L. У нас такого пока нету еще. Как же, блин, игра все-таки хорошо переведена, качественно. Так, вот мы берем, в принципе, к нему второй диск. Так, и нам надо его спасти теперь. Послушай, я этим займусь. Так, окей, этим займется Рик, но на самом деле он просто будет сидеть рядышком. Том оказался сильно ранен. Конечно же, как обычно. Да, конечно, запишем данные карты. Так, и что у нас это? О-о-о. Так, сейчас у нас будет тут очередная головоломка. Личные вещи персонала, ничего нужного. Проход к электростанции. Так, тут опять птеродактили. Надоедливые. Так, гемостат. Да чтоб вас. Электростанция лифта. Так, главное, Регинка не кровоточит. Хорошо. Вовремя, я бы сказал, вот так даже.
Так, это карта от крана. Сейчас будем тут орудовать. Но сначала надо впадать питание. Так, тут я, если честно, подзабыл, как что делается. Здесь, в общем, надо трубы. Трубы. Выстроить. Так, зеленую, красную. Нет, помню, что надо с крайней начинать. Суть в чем? Ну, сейчас увидите. Так. Красную. Нет, неправильно. Давайте ее уберем. В общем, здесь, видите, трубы такие переплетенные. И нужно понять, какую с какой соединить. Ну, а кнопки здесь, соответственно, соответствуют цвету трубы. А вот этот пульт соответствует, ну, стороне, на которой труба опустится. Так, по-моему, так. И теперь с этого края тоже красную, потому что они такие там изогнутые. То есть вот крайний, да, видите? Да, хорошо. Так, нет, больше нам сюда не надо. Теперь центральную нам надо. Центральная она будет прямая, насколько я помню. И зеленую трубу мы пустим по центру. Да, она. Так, это у нас зеленая здесь же. Да. Будет зеленая. А фиолетовая она как бы пойдет сверху. Так, по-моему, вот это. А, ну, синяя, ладно, не фиолетовая. Да, видите, она как бы загнута чуть наверх. И так же самое с этой стороны. На противоположной тоже крайняя. Синяя. Хоп. Так, все. Питание опущено. Все довольны. Пошла горячая вода в квартиры. Все замечательно. Регина, ты настоящий водопроводчик. Прям как усатый Марио. Так. И сейчас там еще одна заковыра опять будет, блин. Главное не сдохнуть. Вот интересно, иногда себя Регина так ведет. Ну глупо, вот вышла и смотрит. Ну чё ж ты смотришь, мать твою? Красотами любуешься. Так, вот опять какие кнопки, непонятно. Ну жму во все стороны и на все кнопки. Есть. Она, не пойму, то ли она выстрелила в него, то ли что, то ли куда-то ковырнула ему там, ущипнула его за что-то. Птеродактиль этого. И, в общем, он не выдержал этого и решил покончить жизнь самоубийством. Так, ладно, выходим. Больше мы сюда не вернемся. Возвращаемся к Тому и Рику. Бедолаг наших. Так, ну и... ага, обрабатывает рану Тома. Ну, окей, значит... заработали тут терминалами. Ага. Так. Нам надо к кранам. Так, сейчас, по-моему, Рик сам сюда прибежит. Так, по-моему, вот в этих ящиках что-то есть. Да, штепсель. Штепсель. Здесь ничего нету. Так, Рик. Включить электроэнергию для панели управления. Да. Так. Сколько я помню, он должен появиться здесь. Или мне за вами идти, ё-моё. Пять. Вот. У вас же рация есть с другой стороны, да? Скажи ты ему. Я все наладила. Выходите. Наконец-то мы можем попасть в лифт снаружи. Хорошо, теперь мы можем спуститься на подземный уровень. Угу. Да, Тома все равно Рик тащит, поэтому не нужно было сюда Регинке возвращаться. Металлага Том. Так ты видел эту тварь, да? Да, это был птеранодон, верно? Я имел в виду
Ты видела настоящего динозавра? Невероятно. Разве я тебе не сказала? Это прямо как в том фильме. Прямо как в том фильме. Конечно, это отсылочка к парку юрского периода, без сомнений. Ну, Рик, конечно, себя странно ведет. Вот он прошел через двух динозавров, ну, где я вам на странность указывал, и делает вид, что ничего не видел. Странно, странно, Рик. Как же ты их там не заметил? Может, подумал, что это мирно спящие зверюшки. Ну, котики вот такие вот здесь водятся. Ящерки маленькие. Они так еще прикольно спят, когда это свернутые клубочком, как реально котики. Так, ну вот у нас это новая головоломка. Регина! Ну чего ты кричишь? Нужно спешить, дом долго не протянет. Я очищу путь, передвину контейнеры, а ты посмотри за Томом. Вообще Регина, да, любит любоваться красотами здесь. Ну, с другой стороны, вы поймите ее, она же девушка. Она, может быть, никогда не была на экзотическом тропическом острове. И вот попав сюда впервые, она любуется всем этим. Тут экзотические растения, экзотические животные. Понять можно девушку? Они же все такие эмоциональные. Да? И вот... Хоть это и миссия ее, как бы, но все равно... Любопытство берет свое, и она хочет, воспользовавшись моментом, хоть немного насладиться жизнью. Так, вот у нас, значит, дана такая головоломка. Здесь очень странный кран, конечно, у них был на острове. То есть он не движется... рукоятками не управляется, а тут какие-то кнопки, то есть заранее забинденными на них движениями. Нам надо расчистить путь. Так, ну берем, значит, два вверх, один вниз, один влево и хук. Так, старт. Очень странный кран, конечно. Вроде бы здесь даже недалекое будущее, как бы. Но краны, я не знаю, из какого века. Может, тут образовалась дыра какая-то временная. И... Так, куда же тебя опустить? Опустить нам, наверное, стоит тебя вот сюда. Релиз, старт. Так, и теперь, собственно говоря, еще один... Хук, старт. Так, вот, собственно, и все. Ну, это первый раз нам кран попадается, поэтому здесь достаточно все просто. Дальше у нас, ну, как обычно, каждая головоломка, она встречается несколько раз, и каждый раз она как бы будет усложняться. Поэтому... Кран мы не последний раз Хорошо. Видим такой Ты дурацкий. На задание, я позабочусь об остальном. Да. Угу. То есть все, девочка. Если Гейл опять начнет нести чушь, задай ему как следует от меня. Даже так. То есть даже с Гейлом, если что, биться, он предоставляет нам такую возможность. То есть женщине. Задай, говорит, ему как следует. Если он там что-то где-то. А я посижу и буду там на компе кнопки тыркать. Ну, не знаю. Делать вид, что я работаю. А на самом деле будет шпилиться там в что-нибудь. Или смотреть фильмы для взрослых. Так, записка у нас тут очередная. Дела сегодня. Подготовить СДК, нужные для входа в область лаборатории. Завтра мне надо сходить в компьютерную комнату и поработать на компьютере доктора Кирка. Угу. Но, по-моему, я забыл СДК в диспетчерской большого лифта, когда я ходил туда вчера для технического обслуживания. Надо забрать его сегодня
другой ЦДК, видимо, у того недавно назначенного в область лаборатории новичка Тома. Ага, как раз таки Тома, которого мы сейчас спасаем. Мне нужно забрать диск у него. Я не знаю, как этому клоуну удалось скорешиться с Кирком, но этот козел полностью завоевал его доверие. Странно, что никто не знает его прошлого. Ага, вот, видимо, кто-то что-то заподозрил про Тома и не взлюбил его. Вполне возможно, это Том его загрыз насмерть. А тот, защищаясь, покоцал его. Не исключаю и этого момента. Ага, инвентарь заполнен, вот впервые у нас. Хотя я до этого старался следить за этим делом. Так, ну давайте что-нибудь скомбейним. Опять же, лекарство, гемостат. Так, нет, что-то фигня какая-то получается. Так, а если снотворные дротики взять и с гемостатом смешать? Что, зелень, да, получается? Так, и снотворные дротики С с медпаком. Нет, это медпак тогда с лекарством. Зеленые. Нет. Ладно, пока ничего не будем больше. Ага, вот сейчас уже можно. Здесь тоже были дротики. Раз, раз, вот. И у нас получаются мощные самые дротики, из которых уже можно ядовитый сделать. Давайте так и сделаем. Три дротика. Но пока оживление тратить на него не будем. Потому что. Так, заходим. Сюда, по идее, прошли Рик с Томом. Так, ага, вот. Оу. Неприятно, неприятно. Вот видите, тоже спал там очередной динозаврик. И что-то плохое там случилось. Так, что здесь? Крепкий проволочный забор. Он был разорван чем-то обладающим невероятной силой. Но вроде он пока не особо разорван. Так, ладно. Идем к ним. К нашим ребятам. Возвращаемся. Так, ой, здесь, неужели здесь нету лекарства еще? Так, опять у нас переполненный инвентарь, но пока не буду ничего делать. Так, это у нас закрыто. Да, не скоро она еще откроется, пока что. Так, коридор медкомнаты. Так, опа, выбита вентиляция. Проволочная сетка на вентиляционной шахте разорвана и убрана. Кто же это мог быть? Ага. Маленькие-маленькие динозаврики. Забыл я, как они называются. Но они, в принципе, когда их много, они опасны, но так от них убежать легко. Достаточно. Так, вот мы и на уцели. Он мертв. К сожалению, Том мертв. Ты в этом не виноват. Да. Конечно, не виноват с такой-то пухолкой. Я буду в комнате управления. Так, Рик, получается, в другую комнату управления переходит. Так, это у нас тут очередная сейф-комната. О, медпак, да. Отлично. Инвентарь переполнен. Окей. Инвентарь. Но тут, кстати, инвентарь хотя бы побольше, чем в Резиденте сделан. Он, конечно, переполняется тоже, но за ним... Ой, что-то я не туда зашел. Пытаюсь скомбинить. Так, вот так вот сделаем. Да, B++. Еще один медпак. Так, опять у нас инвентарь переполнен. А вот туда, куда ключи складываются, ID-карту взяли, замечательно. Вот эта ID-карта нам дальше понадобится. Это записка, адресованная дежурному... Прочтете записку? Да. Доктору Шервуд. ID-карта на столе принадлежит одному из пациентов. Отдайте ее полковнику Клею. Когда он появится, он говорил, что собирается проводить митинг
в комнате стратегии на первом этаже для подготовки к сегодняшнему эксперименту. Отдайте карту ему, она нужна для того, чтобы попасть в комнату стратегии. Угу. Понятно. ID-карта нам понадобится. Не один раз еще. Это тело Тома, оно разорвано на части. Ну, вроде бы оно, кстати, не разорвано, а достаточно крепко лежит на одном месте. Так, что тут, штепсельков нету больше. Так, оба специальных кейса закрыты на маленькие замочки. Так, ну это кейсы, они нам, по-моему, позже там где-то пригодятся. Журнал докторов, аккуратно сложен по порядку. Больше ничего нас тут не интересует, да, Регина? Вот какой-то журнал лежит. Нет, не хочешь? Ты и так знаешь, да, что там ничего полезного. Терминал может войти в базу данных исследования. Ничего полезного? Угу. Ничего полезного, говорит, нету. Ну, окей. Так, ну что же, давайте тогда на этом серию завершим. Как раз мы в сейф-руме. Спасибо, что смотрели, большое. Подписывайтесь, комментируйте. Надеюсь, что вам также нравится эта игра, как и мне. Столько же у вас воспоминаний о ней, сколько и у меня. Вот. Ну а с вами, как всегда, был Скудер. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.